Привет, дорогие друзья! Под видео с моим мнением о том, что Охлобыстин и Пореченков сделали это, мягко говоря, по просьбе из Украины, ну, просто какой-то разыгрался, средневековое какое-то действо разыгралось, знаете. Я читал эти комментарии, читал, и основной упор — это троллинг, шутки, и у тебя нет чувства юмора и так далее. Ну, нате вам троллинг, кушайте. Я по поводу ваших роликов с Николаем. Я с украинской стороны, как бы, вас Захар предупреждал? Нет. А в чем суть? Ну, во-первых, хочу поблагодарить, узнать, рассчитали ли с вами, довольны ли вы, все такое там. Да, все хорошо. А ваши там двойные святые, хуяты, успокоились, переживали. Да, 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 все супер, просто пойдите их там. Первый мозг выносит, а они уже нам всем, как бы. Ребят, вы не поймите, меня абсолютно жаль. Меня мои попросили, я сделал. Да-да-да, спасибо огромное, но вы же понимаете, что, как бы, цель у нас у всех одна. Мы бы хотели, там, если перед первым все ок, то перед вторым туром какую-то подобную штуку сделать, записать, скорее всего, тоже на того же человека. Смотрите, во-первых, я же не один там занимался, да? Да-да. Во-вторых, мне после этих роликов всякую хуйню начали писать. Так что впоследствии нужно будет пересмотреть, наверное. Мне моих нужно будет еще узнать, нужно нам это вообще. Ну, там с вашими вроде бы все уже утрясли, должны подтвердить, и дальше вы же понимаете, что у нас и парламентские будут, как бы. И че? Ну, там поле пошире, там можно кого-то еще задействовать. Может, вы поможете выйти на Алексея Панина, там. Его любовь с собаками можно как-то на Лешку использовать. Чечерина может как-то чисто по-женски Юлю поддержать. Ты сейчас как серьезно? Нет, ну или, например, Тимати скажет, что с Яценюком в Чечне воевал. Я понял, блин. Самым мерзким для меня является лицемерие. Когда ты двигаешь определенного кандидата, того, который 5 лет уже напанував, а потом 5 лет... картинно плачешь над убитыми детьми Донбасса и так далее. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить, чтобы быть чуть умнее. Пока.